А перед началом этого видеоролика хочу посоветовать свою группу по продаже робоксов. Здесь вы можете быть уверенными, то, что вас не кинут. Также тут выгодный курс и большие скидки постоянным покупателям. Переходите по ссылочкам в описании и пишите в ЛС-группу. Всем привет! Сегодня я вам покажу крутой скрипт для симулятора Robzi. Сразу скажу то, что все функции работают, но, к сожалению, их довольно мало. Так, ну давайте приступим. Для этого нам нужен чит, он у меня уже скачан. Также ссылочка на него вместе с ключом будет в описании. Ключ у меня уже скопирован, вставляем сюда, нажимаем логин. Так, все ждем, тут нажимаем да, все отлично, вот он чит появился, как видите. И после этого нажимаем inject. Так, ждем немножечко. Все, сейчас inject пройдет. И давайте я пока что скопирую сам скрипт. Он тоже будет в описании на Pastebin, чтобы вам было удобнее. Так, ну, все, давайте вставляем его теперь сюда. И потом Exclude нажимаем. А вот он, чит появился. Как я говорил ранее, тут довольно мало функций, но, в принципе, они самые основные, самые полезные. Так, ну давайте начнем со скорости. Вот смотрите, бегаю я сейчас по-обычному, просто так. Ну, то есть у меня буста никакого нет, ничего нету. А, давайте на серединку вот сюда ставим. И смотрите, насколько я стал быстрее бегать. И давайте на максимум. Как видите, скорость работает. Все отлично. Так, давайте я немного понижу. Ну, так, в принципе, сойдет. Так, идем дальше. Заходим в main. И тут у нас три кнопочки. Автофарм, автосейл и gold автофарм. Смотрите. Автофарм, он собирает, получается, простые батарейки. А gold автофарм, получается, золотые. Но, смотрите, в чем прикол. Вот, допустим, включая вот этот автофарм, я получаю по 9, как видите. Включаем вот этот, золотой, я получаю по 18. А если сразу вместе их два включить, то я получаю по 27. Даже 54 иногда. А, то есть, в любом случае, выгоднее сразу включить два фарма. То есть, автоматический фарм простых батареек и сразу золотой. И теперь смотрите, у меня накопилось уже 12 тысяч батареек. Нажимаем автосейл. Оп, как видите, все продалось. И эти деньги все настоящие, их можно тратить. Давайте сейчас с вами купим вот это яйцо. Как видите, оно купилось. Давайте сейчас, в принципе, купим еще одно. Может быть, даже крутой какой-нибудь питомец выпадет. Но я думаю, нам не повезет, как обычно. Так. Два одинаковых пэта выпало, ну, в принципе, у них статистики одинаковые. Так, ладно. Какой тут у нас самый плохой? Так. Угу. Значит, вот этого можно заменить. Удаляем его, чтобы не засорял инвентарь. А нажимаем Equip. Давайте это немножечко подвинем вот сюда. Все закрываем. А, по-прежнему 27 получаю, но... Получается, чем лучше пэты, тем больше вы будете собирать. Также, смотрите, если вы хотите намного быстрее собирать, вам придется немного вручную поработать. Давайте скорость побольше сделаю. Смотрите, забегаю вот сюда в зону за 50 тысяч, я ее покупал. Достаю магнит. И смотрите, как я намного быстрее стал фармить деньги. Вот. Конечно, минус в чите то, что он... Не все собирает батарейки не со всех локаций, а получается только со стартовой. Конечно, это минус, но я думаю, в принципе, в будущем этот скрипт немного пофиксит. И я думаю, он будет собирать во всех локациях. Вот, было бы неплохо. Так, давайте купим другой магнит и посмотрим, насколько я стану быстрее собирать. Так, вот у меня на этот хватает. Купаем. Так, бежим теперь в ту зону. И сейчас с вами опять пофармим немножечко. Ну, по-моему, вроде бы как не особо больше стал фарм. А, либо мне просто кажется. Ну да ладно. Так, давайте следующую зону купим и посмотрим, как я там буду быстро фармить. 500 тысяч стоит, полмиллиона. Вот, ну слушайте, вот тут намного заметней. Как видите, прям в два раза или в три раза даже больше стал пособирать. В принципе, неплохо. Кстати, можно проверить. Давайте автофарм голды, то есть золотых батареек и простых отключим. И посмотрим,
Сколько давайте автофарм, то есть автоцел тоже отключим. И посмотрим, сколько буду собирать. Ага. По 1500 и по 2 с чем-то там, по-моему, было. Вот. 2250. В принципе, неплохо. Нифига себе, у меня даже рюкзак уже забился. Офигеть. Ну, в принципе, на этом у меня все. Довольно крутой чит. Кому будет полезно, можете пользоваться. На этом я заканчиваю. С вами, как всегда, был Эйсбан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.